кто-то идет впервые в первый класс, кто-то идет уже в последний свой год обучения в 11 класс. Поздравить учеников Маловеземской школы с 1 сентября пришли представители теруправления, депутаты единороссы и общественники. А дошколята подготовили для первоклассников творческое выступление. Желаю радовать всегда семью отличным обучением и ни за что и никогда не огорчать их поведением. Согласно нововведению, все торжественные линейки 1 сентября начались с поднятия флага России под государственный гимн. Здесь этой честью удостоились отличники школы. После официальной части ребята отправились на первый урок в новом учебном году. В 10 классе профориентационное занятие провели представители службы судебных приставов. Они рассказали старшеклассникам о специфике своей работы и ответили на вопросы детей. Наша задача, каждый наш приход, мы должны рассказать о том, чем занимается наша служба, чтобы познакомить школьников, так как у них есть тоже родители, чтобы они знали, что такое база данных исполнительных производств, знали в случае возникновения каких-то трудностей в службе, если там долги у родителей и так далее, чтобы они знали, куда обращаться. Подобные уроки проходят не только 1 сентября. Директор школы часто приглашает приставов для проведения познавательных занятий. И, возможно, в будущем кто-то из сегодняшних десятиклассников вновь вернется в школу, чтобы вместе с коллегами отвечать на вопросы подрастающего поколения о службе судебных приставов. Ольга Дмитриева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».